you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Machine Holy Play, первый сервер. Мой ник Кирилл Путбулов, это мой твинк, чуваки. Так что можете, в принципе, мой никнейм не запоминать. Это мой твинк, а снова у меня Кирилл Путбулов Ви. Ну, то есть в конце буква И. Итак, сегодня у нас будет необычный видосик, самая веселая машина на сервере. И это не кликбейт, как вы могли подумать. Сейчас я вам все объясню, почему именно так. Вот такую я модель поставил, чуваки. Вот такая вот моделька, охрененная просто тачка, реально. Я просто от нее кайфую. Просто я от нее кайфую, вы себе даже представить не можете. Просто реально я целый день играю именно на этом аккаунте из-за этой тачки, потому что реально она годная. Если что, это Иж 412. И в автослоне это тоже Иж 412, просто эта моделька посвежее, как бы получше, так сказать, поприкольнее. Кстати, эта моделька красится, ссылка на модельку будет, если что, в описании под видео. Установить ее можно очень легко, просто нужно папку с игрой, и все, она сама все сделает. Итак, давайте заведемся, проедемся немножко на ней, отъедем, так сказать, поменяем обстановочку. Да, она, в принципе, низкая очень, но я так и хотел. Я знаю еще одну модельку прикольную, которая тоже прикольная, но она уже под дрифт сделана. Конечно, эта тачка дрифтить нельзя, боевая классика, да. Ковши стоят там, салон очень крутой, все дела, но проблема в этой машине, что она не валит. Но, честно говоря, меня это не волнует вообще ни капли, потому что я брал эту машину из-за того, чтобы валить. Эта машина реально для души, просто чтобы кататься. Эта тачка реально, чтобы просто покататься на тачке, отдохнуть, знаете, просто прокатиться потихонечку, знаете, как Rolls-Royce. Помните, у меня был Rolls-Royce, это тоже тачка, знаете, просто выходного дня такая. Чисто потихонечку проехаться и так далее. Думаю, вы заметили, что они номера блатные такие. Ну, не full blat, конечно, но блатные. Три одинаковые цифры. Mac 3 двойки. В принципе, неплохой номер. Купил я эту машину за 100 тысяч у подписчиков где-то неделю назад. Я просто за нее немножко забыл. И не было времени про нее снять видео. Я бы уже давно снял, на самом деле. Тачка реально очень годная. Просто реально очень годная. Есть один косяк в ней, это вот колеса. Видите, когда поворачиваете, колеса за арки вылазят. Но, честно говоря, меня это вообще не волнует. Серьезно, меня это вообще никак не волнует. Мне она и так очень нравится. Очень прям нравится эта машина. Прям реально крутая тачка. Давайте здесь остановимся, я вам покажу, что под капотом находится. И так далее, в принципе. Давай, открываем капот. Открываем багажник. И давайте я вам покажу, что же там находится. Так, под капотом у нас вот такая вот, короче, дичь. Мотор, я не знаю, четырехклапотный мотор, как я понимаю, да. Это, по идее, не родной мотор, 100%, но выглядит довольно-таки прикольно. Там вдалеке кто-то таранится, но ничего страшного. Выглядит реально тачка очень прикольно. Салон еще. Давайте салон покажу. Покажу вам, короче, салон. Вот такой вот салон, тоже очень прикольный, очень качественный, пацаны. Моделька мне очень нравится. И очень нравится то, что она красится. Она действительно, пацаны, красится. Я могу вам даже это продемонстрировать, в принципе. Я думаю, попозже это сделаем. Ну, реально, выглядит она очень круто. Это Иж Москвич, если что. Также у меня есть еще один Москвич. Но про него, наверное, вы узнаете в следующей серии. На него я тоже поставил мод. Но какой вы уже, в принципе, узнаете в следующей серии. И потом сравним их. Какой вам больше понравится, вы тогда напишите в комментариях. У того тоже, конечно, косяки есть москвича, но его вы увидите уже в следующей серии, наверное. Давайте на этой серии наберем реально 100 лукасов. И просто в следующей серии я уже покажу вам другой москвич, тоже Иж. Только он такой более, знаете, чумовой просто. Чумовой такой будет Ижак. Вы увидите, в принципе, в следующей серии, поэтому ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Да, именно так надо влезаться у меня, конечно. Именно так надо делать. Видите, наклеечка боевая классика, в принципе. Модель реально очень хорошая, проработанная. Номера Mac 3 двойки. ГОС у этой машины 70 тысяч.
хотел показать вам, но не хочу полить другую машину и жак другой, как он будет. Просто хочу, чтобы для вас это было такой немного загадочкой такой. Все равно выйдете в следующей серии. Чем быстрее вы наберете 100 лайков, тем быстрее выйдет серия про следующий Москвич Иж, точнее. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чуваки. Я уже начинаю потихоньку делать зимнюю сборку. Но годных модов реально не могу пока что найти, буду искать. В принципе, я решил пока машинки позаменять немножко, вот такой вот Иж. Мне он реально очень нравится, я просто от него кайфую, серьезно. Он такой низенький, такой, знаете, прикольненький, такой, блин, реально классный. Мне он очень нравится, вот реально очень нравится. Очень крутая модель на самом деле. Поэтому ссылку я оставлю на этот Москвич в описании. Скачивайте, в принципе, устанавливайте себе. Диски, к сожалению, не красятся. Вот диски не красятся, а кузов сам красится. Я думаю, это очень даже хорошо. Я нитро не ставил, на самом деле, оно здесь было. Но я его не ставил, это нитро. Не захотел ставить, но... Из-за чего я купил эту машину? Не из-за того, что это Иж, не из-за того, что здесь блат номера. Вы сейчас позже узнаете, почему это самая веселая машина на сервере. Вы сейчас это узнаете. Сейчас мы ее починим, я покажу вам, что она действительно красится. И мы поедем, я вам покажу один прикол. У нее есть один баг интересный, поэтому я хочу вам его показать. Смотрите, он красится сейчас, перекрасить, допустим, ну, 1-1, да? Вот видите, кузов сам по себе красится. Но мне что-то нравится этот цвет. Такой золотой, ну, желтый, конечно. Но мне он что-то больше нравится, на самом деле. И напишите, как вам. Я думаю, этот цвет очень идет. Желтый именно. Цвет очень идет этой тачке. Прям очень идет. Поэтому я думаю, на желтенько я и буду ездить. Вторая моделька еще не красится, какую я вам покажу в следующем видео, но... Зато она очень прикольненькая такая. Итак, в чем прикол? Почему это самая веселая машина? I was from the outside, I was from the north.